Как стало известно из публикации портала Центральная служба новостей, покойный лидер поп-коллектива «Ласковый май» Юрий Шатунов, в интервью, которое датируется 2013 годом, рассказывал, что не планируют перевозить семью из Германии в Российскую Федерацию. Как рассказывал сам российский певец, их с женой все полностью устраивало. Шатунов также упомянул в ходе беседы, что его супруга – русская немка, которая жила и работала на территории Германии. Музыкальный исполнитель отметил, что совершенно спокойно прилетал к своей семье из России за рубеж и старался проводить с родственниками как можно больше времени.